Клиенты Центра социального обслуживания населения отметили еще один праздник, на этот раз посвященный Дню семьи, любви и верности. В этот день в Дрезденском филиале Центра чествовали юбиляров семейной жизни. День семьи, любви и верности, или День Петра и Февронии, в Дрезне отметили в женском коллективе. Из 6 супружеских пар, которые были приглашены на праздник, прийти смогли только жены. Лариса Зуева со своим супругом недавно отметили рубиновую свадьбу. Познакомились они в далеком 1969 году в пионерском лагере «Чайка». Были мы тогда детьми, мне было всего 14 лет, мужу было 16, он на 2 года постарше меня. Ну вот так мы встретились в одном отряде, гуляли, дружили, и в итоге через сколько, много лет, 6, наверное, лет мы дружили, и в 1974 году, да, мы сыграли свадьбу. Если один чем-то недоволен, другой должен просто понять его и где-то, может быть, промолчать, ну, где-то успокоить. Ну, так вот потихонечку все и идет. В Орехово-Зуевском районе ежегодно отмечается около 200 золотых, изумрудных и бриллиантовых свадеб. Самая крупная дата, которая зафиксирована в нашем районе – 70 лет совместной жизни. Возможно, уже скоро этот неофициальный рекорд будет побит. Сегодня в районе живет 5 пар, которые прожили в браке более 67,5 лет. Это особая такая дата, каменная свадьба. Она отмечается очень редко, и тем более приятно, что у нас таких пар целых 5. За последние несколько лет в Орехово-Зуевском районе уменьшилось количество разводов. Еще недавно каждая вторая молодая семья разводилась, едва успев пожениться. А также в 2 раза увеличилось количество многодетных семей, которых уже более 800. По сложившейся традиции, в конце праздника более старшая и мудрая семья передала очаг семейной жизни супругам, которые только начинают свой совместный жизненный путь.